Один брат из онлайн-группы, во время онлайн-группы он узнал, что у него жена очень сильно ударилась. И это была опухоль, которая была после удара на ноге. Это не колено, это опухоль. Это опухшее место от удара. И во время онлайн-группы за его супругу молились, и сразу после молитвы сфотографировали, там практически ничего уже не осталось. То есть моментально Господь убрал эту опухоль, этот отек, вот все, что в тканях поднялось после удара.